Коллектив, всем привет! Сегодня у нас покрасочка старинного автомобиля. Таких автомобилей на дороге уже фактически нет. Это Жигулятор. Жигулятор – это вещь. Готовил его не я, я его только оклеивал. Тут чуть пораскладывал швы в самых важных дырках в этом автомобиле. Он был жидкован, перетерт, грунтован, перетерт. Я сейчас сюда накину мокряк и будем красить его просто в акрил. С двух сторон двери, шовчики, все положили. Колеса намочили их водой, кинули пленку, спустили, чтобы машина была ниже. На порогах гравитекс в один слой, где остался открытый металл, кислотная салфетка. И мы приступаем. Белария, дюза 1.4. Ох, аж с подкрышки капает, полный бачок налил. Надо сейчас это все дело устранить, иначе на автомобиле могут быть проблемы. Примерно я планирую сюда вкатить банку мокряка полную. Ну а там посмотрим. То есть я физически развел полную банку сейчас. Тут у нас все готово. Тут все готово. Одеваем маску. И, как говорится, понеслась. Мокряк буду выложить в один слой. Хотя сейчас глянем, может быть, тонкий-тонкий припыл и один слой. Но тут по факту укрывать риски как бы нету, никакой риски, что нужно бы укрывать. Рисачок 320 под акриловую краску через мокряк пойдет за глаза. Есть один и плюс, и минус. Сейчас слишком жарко в камере 36. И поэтому мы красим ее всю в разборе, потому что в сборе открасить при такой температуре нереально. Thank you.
Банка закончилась полностью. Пока я грунтовался, увидел, что я при такой температуре, а температура растет, уже 38. У меня солнечная сторона у приемника. Короче, я сейчас открашу двери и через час открашу кузов. Двери за полчаса подсохнут, выкатим на улицу их. Потому что я не уложусь пройти в круг. Ситуация в чем получается? Сначала сделал двери, потом кузов. И пока делал кузов, у меня, ну, все равно какой-то микроприпыл, он-то летает по камере, подкручивается. У меня двери, ну, мокряк грунта, вся поверхность в тонкой пленке пыли. А пыла вот этого. Если я сейчас так открашу акрилом, ее потом придется всю под полировку запускать. А такой фигней как бы я страдать не собираюсь. Поэтому 1.4, та же Белария, тот же пистолет. Разбавитель по максимуму медленный, вот по прям по максимальной шкале. И делаем сейчас отдельно двери. Изнутри у дверей будет один проход, чтобы наружу вот этого вот сухаря не было потом. По наружке, само собой, два прохода. Он уже схватился тут. Сейчас, в принципе, я пока там обойду, уже сюда надо ложить. Капец, быстро сохнет. Если смотреть под углом градусов 170, наверное, видно вот этот вот мелкий синий опыл. Вот он.
Я-то его весь уберу, наждаком пробегу 600-ки. Но прикиньте, сейчас бы вот это вот было и на дверях, и потом на кузове то же самое. Это было бы очко, а не покраска. Конечно, жара нереальная. Я вот пока обошел вот те двери, пошел долил краску, все. Тут даже отпечаток не поставишь, сухарь. Наливаем. Да, красота! Пушка, ёлы-палы. Вот это дело совсем другое, а? Красотинушка, что-то тут подготовщики провтыкали, дырочки некоторые, ну, жигули есть жигули. Как подготовлено, потому и открашено, но вообще будет пушка, вот так красиво. Вот так было бы некрасиво. У меня вон аж тапки падают. На мокряке видно, как проходы высыхали по крыше. Капец, просто капец. И вот этот, конечно, перепыл. Была бы жесть. Хорошо, что я именно так решился. Сейчас полчасика, оно обветривается. Полностью высыхает на отлип, и мы их нафиг выкатываем отсюда. Они тут уже не нужны. Схема та же. Начинаем, к примеру, с середины панели, крыло, панелька. Уходим вниз, крыло, крыша, крыша. Продолжаем, панелька, крыло, проем, крыло и уходим на панели. То есть все равно где-то будет перестыковочка происходить, по-другому не бывает. Пробежался 600-кой, липкой салфеткой протер, обдул, все, крыша чистая, идеальная. Ну, то же самое по полкам. Белария, маска, с собой краска, с запасиком и погнали.
не хватит. Пушка. Пушка, ракета. Так, ну второй слой будет толще, он чуть сохнет подольше. Я ходил при такой температуре, тыкал на двери пальцем, они в течение 10 минут были липкие, поэтому перепыльщика, в принципе, на втором слое будет немного. Но опять же, это же регулятор, там потом полирнут. 10 минут, даем обветриться, несмотря на то, что температура сейчас... Это нам не важно. То есть 10 минут и будем заливать следующий слой. А двери у нас... А, уже унесли. Вот тут стояли сырые двери. Как-то так и живем. Ну что, продолжаем. КВН, полный стакан в пистолете, полный стакан 0,9 в запасе. Понижаем давление с 2 до 1,7. Чтобы капелька была покрупнее, потому что все-таки нам шагрень нужна а-ля не японская. Ну что, и пожелайте нам удачи, мы погнали краситься. Отдай.
Доливаемся. Ну все, отлито и покрашено, и отлачено. Акрил сильная штука. Я сегодня по времени 6 часов вечера. Сейчас включу сушку. Через час мы отсюда и выкатываем, заносим капот с багажником осталось. Лючок и петли капотные.
И еще в течение 2 часов, то есть 7, 8, до 9 вечера, начиная с обеда, мы ее сюда загнали в 12. А клейка, пока я сам оклеивал, то есть за день спокойненько себе шмак-шмак и готово. Итак, мы закончили на сегодня. Без 15:09 помыть инструменты по домам. В принципе, можно было пытаться за один раз поместить, открасить и двери, и капот с багажником сразу, но они еще доготавливались. Я уже был готов к открасу, а эти элементы еще не были готовы. Ну, я считаю, и так даже неплохо. По шагеру. Ну, короче, для жигулятора я более чем уверен, что это наилучший результат, который вообще ему нужен, важен. Отлачивал. Красил вертикально, опустил в горизонт, чтобы шагер растекся. Внутряночка, также герметики, на шовчике. Все в лучших традициях не жигулей. Ничего сложного. Одно только, оно очень жарко. Но сейчас под вечер уже приятнее, уже комфортная температура. Можно отваливать спокойненько. Я желаю всем удачи. Делайте свою работу красиво и правильно, несмотря на то, какой бы она ни была. Жигули, не жигули. Для нас это все железо, которое нужно открасить по каким-либо требованиям, которые возможно выполнить в процессе нашей работы. Их много, по-разному можно зайти. Вот эту машину, в принципе, не планировали люди красить через мокряк, но опять же, я настоял на том, что так получится быстрее, правильнее и красивее, с наименьшими рисками на подрывы, оконтуривание и всему подобное, такие вот вещи. Как-то так. У меня на этом все. В комментариях напишите, что вы об этом думаете. Я желаю вам всем удачи и пока.